Мир не без добрых людей. В недавних репортажах АТВ рассказывал об Алине Герасимовой, тайской боксерше, которой не хватало денег защищать честь России на чемпионате мира. И вот спустя неделю необходимая сумма набралась. Алине помогли жители не только родного Иволгинского района, но и люди со всех уголков Бурятии. Большое спасибо всей республике, всему Улан-Удэ, Иволгинскому району, кто принимал участие в сборе средств. Всех благ вам! Чемпионат мира по тайскому боксу пройдет в Турции с 28 сентября по 6 октября. Редакция телеканала АТВ желает Алине удачного выступления.